Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться радостной новостью. Первый из орехов, который в этом году заплодоносил, начал уже давать свои плоды. И сейчас я вам это покажу. Вот так это выглядит. То есть вот он открылся. Сейчас я поверну, чтобы было видно. Вот видно, да? То есть он раскрылся и упал. Мне это показать. Вот. Вот так он лучше видно. Вот. Тень падает. Вот он раскрылся. И я очистил траву. И вот он лежит. Первый орешек, может, с другой стороны еще где-то упал. Ну вот он. Так выглядит. Я, честно говоря, думал, что это сорт сердцевидный. Ну, так полагаю, что это обычный. Провалов. Вот. Это обычное, а другое дерево сердцевидно. Вот я сорвал еще один. Вот он уже скрывается, трескается, тоже уже готов. Здесь также вот наблюдаю, что тоже вот очистка уже очищается. Вот он уже тоже готов. Можно его. Вот. Так. Вот он уже, в принципе, готов. Нужно счистить вот так вот. Сейчас я тебе положу. Так вот счистить. Вот он. Готовый орешек. Так здорово. Первый раз. Нижегородской области орехи. Это круто. Вот так вот он выглядит. Красота. Грецкий орешек. Созрел в этом году. Сегодня у нас 7 сентября. То есть вот этот сорт ореха грецкого, в принципе, созревает вот в начале сентября. Остальная часть, наверное, будет ближе к середине. Сейчас вместе пройдемся по дереву, посмотрим. Остальные орехи еще вроде как я не вижу, чтобы они трескались. Но, в принципе, уже началось. Ну, первые начали. Остальные, видимо, чуть позже пойдут. Ну, этот вот еще один. Вот он здесь начал тоже стрелять небольшой. Какой-то он маленький вообще. Коротышка какой-то. Ну-ка. Вот такой маленький. А он вообще почему-то мягкий. Надо же, слушай. Удивительно. То есть он мягкий почему-то. Видимо, не созрел. Хотя внешне выглядит и трескается как твердый. Так, внутри я еще нашел вот здесь вот такой вот. Вот он начинает уже раскрываться. Я вот уже сам соберу. И еще один вот здесь вот внизу. Вот видно. Вот тоже открывается, я его тоже сорву. А остальные? Остальные пока нет вроде. Посмотрим еще. Здесь не видно, пока не видно. Ну что ж, будем смотреть. И наблюдать за остальными, будем смотреть, наблюдать. Вот такая красота. Ну что, здорово. Я очень рад этому, потому что вот первые орешки, красота. Теперь будет свой посевной материал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.